Сегодня 5 октября прошло судебное заседание в городе Николаеве по вопросу прапорщика Лянгана, который незаконно составил у меня две постановы. Одну за стояночку на пешеходном переходе, другую на за 106 статье. Только не врите, хорошо? Уважаемый Николай Вячеславович, вы можете сказать что-то в оправдание? Не надо врать. Не надо врать? Спасибо. Значит, состоялось это заседание в городе Николаеве. Значит, пришли мы, обои, прапорщик Лянгер приехал с Херсона. Я, так как журналист украинской газеты «Дорожный контроль», имею проживание в городе Николаеве по нашей работе. В начале заседания прапорщик Лянгер заявил ходатайство о том сразу о переносе дела в Херсон, так как будто бы я проживаю в городе Херсоне, хотя я в данный момент проживаю в городе Николаеве по необходимости своей работы. Все, что происходило в судебном заседании, можно будет послушать на аудиозаписи. На когда следующее заседание? Следующее заседание назначено на судья перенес дело на 27 октября, чтобы я предоставил нужные документы с ЖЭКа о том, что я действительно проживаю в Николаеве. То есть ходатайство прапорщика Лянгера о переносе дела в Херсон было отклонено. Спасибо за интервью.